Привет! Сегодня я проведу анбоксинг посылки. Посылку я очень ждал. Коробка довольно большая. И очень-очень я надеюсь, что все дошло без нареканий. Уж очень-очень я буду рад этому. Так что мы отправляем. О, очень хорошо все упаковано. Некоторые из вас, я думаю, даже не то чтобы увидели, что это, а даже догадались, что за модель находится внутри. Вот такой вот кожаный чехольчик. И вот она уже эта модель. На самом деле, вы знаете, то, что у меня столь длительное время не было этого ножа, конечно же, это определенное такое, знаете, для меня событие. Очень мне этот нож хочется себе заиметь на обзор. Не знаю, как насчет себе в коллекцию, еще как бы буду думать на этот счет. Но мне подвернулся выгодный вариант приобретения, и этот нож я заказал, приобрел. Собственно, вот он сам нож. Насколько я понимаю, немножко вот уведенный в сторону клин, это как бы особенно здесь заточки, да, это в смысле вот, ну вообще геометрии клинка, да, то есть он таким и должен быть. То есть здесь нареканий каких-либо нет. Ах! И вот он сам нож. Ну, вы знаете, по первому впечатлению, как сказать, первое впечатление у меня уже с ним сложно несколько лет назад, то есть мне доводилось, на самом деле, подержать такой нож, но мне не доводилось поработать им, и мне не доводилось снять на него обзор. Поэтому эту ситуацию я буду исправлять. Думаю, что своим каким-то опытом и впечатлениями я поделюсь в первую очередь после некоторого использования, для того, чтобы быть наиболее, ну, не то чтобы объективным, но все-таки интересным в своем мнении. Спасибо вам, что разделили со мной эту радость. Пока.